Народ, всем привет! Мне сегодня пришел ручной насос, или по-другому же помпа. Его легко собирать и удобно чистить. Адаптер-насос, он подходит для большинства стандартных бутылок для воды и может быть поставлен в другую бутылку в течение буквально нескольких секунд. Также он прост в использовании. Мне нужно просто нажать кнопку. Сейчас давайте его соберем. Так, берем вот эту синюю крышечку, накрываем и закручиваем. Здесь резьба. Так, закрутили. Ставим носик, через куда у нас будет литься вода. И также в комплекте идет трубка. Каждая трубка по 15 сантиметров. Вот, получается 45 сантиметров глубина, может быть, бутылка, откуда он может достать воду. Так вот собираем. Даже ребенок может собрать. Теперь давайте переместимся и уже покажу на бутылке, как она работает. Так, вот наш подопытный кролик. Наш насос вставляем в эту бутылку. Тут должна быть еще крышечка беленькая, но я ее снял, куда-то дел. Поэтому будем без нее. Так вот одеваем плотненько и закручиваем. Чтобы было все у нас герметично. Вот так вот закрутили. Все, в принципе, можно будет уже и наливать. Сейчас она должна уже работать. Берем и нажимаем наш насос. Вот подбежала водичка. Пару движений, и чистая родниковая вода у вас уже в кружке. Тем более сейчас скоро лето, и покупать литровые бутылочки и пить это очень невыгодно. Так, поехали, такую бутылочку с родника налили водички, она холодненькая, поставили и очень удобно пользоваться. Налили, выпили, утолили жажду. По стоимости я приобретал ее где-то в районе 200 с копейками, она вышла у меня. Очень рад покупке, потому что есть и другие более дешевые насосы, да, у которых нет вот этого зажима. То есть они вставляются и все, но они пропускают. То есть надо будет что-то подкладывать туда, чтобы вот так вот не крутилось. У меня сейчас крутится, потому что, где-то я еще раз повторю, что у меня нету, крышечку белую куда-то потерял. А так, в принципе, цена адекватная и хорошая. Здесь ломаться нечему, так как все элементарно просто. Открутили, посмотрели, почистили, разобрали, поставили другую бутылку. Так что всем советую, ссылочки, как всегда, я оставлю в описании. Можете посмотреть, сравнить цены с другими такими же аналогичными насосами и выбрать уже по желанию, что вы хотите. Всем пока, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.